Каково положение трехкратного развода в одном маджлисе, шейх, или в одном собрании? Этот вопрос объединения нескольких разводов в один словами. Ты трижды разведена, или ты разведена, затем разведена, затем разведена, или разведена, разведена, разведена. Правильное мнение в этом вопросе, что это будет считаться одним разводом. Трехкратный развод, данный в одном собрании, произнесением слов развода с повторением, или с сопровождением их словом затем, или с усилением их смысла словами «ты разведена троекратно», правильное мнение относительно вопроса, что это считается только одним разводом, а не тремя, несмотря на то, что большинство обладателей знания придерживаются мнения, что это будет троекратным разводом. Однако правильное мнение — это то, что сказал Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах. Воистину, трехкратный развод во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, считался как один, пока Умар ибн Хаттаб не увеличил и не сделал их как три.